Погодные условия с приходом весны осложнили ситуацию и на дорогах республики. В эти дни из-за гололеда в столице произошел ряд ДТП. Саргалана Захарова подробнее. Не успела весна вступить в свои права, как уже принесла для кого-то немало бед. С 1 числа на территории города Якутска произошло 29 дорожно-транспортных происшествий, из которых 18 столкновений, одно опрокидывание транспортного средства, 4 наезда на стоящее транспортное средство, 3 наезда на препятствия и 3 наезда на пешеходов. В одном наезде пострадал ребенок. Весенняя пора – горячее время не только для ГАИ, но и для служб, отвечающих за уборку дорог и тротуаров. Борьба с гололедом требует огромного количества времени и техники. Так, в сутки на дороге столицы выпускаются 12 единиц специальной техники. Машины разбрасывают в день до 200 кубов песка. Ежедневно с 5 утра до 8 вечера у нас производится подсыпка улиц города. Там порядка 100 улиц, включая Марху, Табагу. В Хатасах подсыпка производится везде. Также подсыпаем автобусные остановки. Это и заездные карманы, и площадки под автобусные остановки. Подсыпка идет не вся улица подсыпается, а именно перекрестки и пешеходные переходы. Именно там возникают наледи, которые могут стать причиной аварийных ситуаций. Впрочем, наибольшую опасность представляет несоблюдение водителями дистанции и скоростного режима. К сожалению, большое количество автовладельцев, двигаясь в потоке, не учитывая дорожные и метеорологические условия, пешеходов просим быть предельно осторожными на улицах и дорогах. В гололед тормозной путь значительно увеличивается, и водитель не всегда может вовремя остановить транспортное средство. Саргалана Захарова, Кристина Якупова, Василий Слепцов, Григорий Охлопков, Якутск.